Дагестанские выпускники в ожидании последнего звонка. А вот для воспитанников Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов последний звонок уже прозвенел. Его услышали 35 выпускников. Праздничный вечер прошел в Махачкале. Многие из ребят впервые увидели друг друга и преподавателей вживую. Ведь все обучение для них проходило через компьютерные мониторы, дистанционно. В остальном же все как обычно. Волнительные выступления, благодарность учителям и родителям – напутственные слова уже от педагогов. За усердие в учебе ребята получили почетные грамоты. Мы хотим создать атмосферу такую, чтобы дети чувствовали, что они такие же учащиеся, такие же выпускники, как и все учащиеся нашей республики. Добавлю, центр дистанционного обучения детей-инвалидов функционирует уже 7 лет. Сегодня там обучается более 500 детей. Выпускники центра обучаются в дагестанских и других российских вузах.